сказать, что мы сейчас живем хорошо. Да, при всех этих наших сложностях, трудностях, при наших ценах, вот я о себе могу сказать, что мы живем хорошо. Получил за почту за месяц деньги, правильно? Раз. С этих денег я покупаю себе хороший телевизор, там, какой мне надо, правильно? И остается зарплата мне нормально жить. Плохо? Я знаю, что многие у нас вот на эти дивиденды, которые мы получаем уже второй год, они приобрели себе, во-первых, и оделись уже заметно, очень даже заметно. Вот, и купили там и холодильники, и там музыкальные центры себе купили. Женщина ей принес хорошую зарплату, она планирует, как говорится в этом, в рекламе, я умею заработать деньги, она умеет их потратить. Все, принес, она спокойна, и дома тишина, спокой, красота. Завод как островок. У нас хорошо. Вот в районе на нас там, вот, да вы там богаты, да вы хорошо живете, да у вас все деньги есть. Что такое завод? Это наша и молочная промышленность, это наша и мясная промышленность. Это, значит, и спорт в городе. Мы же вот физкультурно-оздоровительный комплекс дали, буквально дворец. У нас очень большое строительство. Мы же ведь обеспечиваем всю молодежь из общежитий квартирами отдельными. У нас сейчас профилакторий свой. Парикмахерская, пожалуйста. Сеть магазинов. В заводе есть парикмахерская, маникюрный зал. И вообще фирма. Есть Василиса. Для нас шьют красиво. В последней моде из Борды. И вообще для нас много делается. Я акционер, даже не несколько. Я имею за сотню акций. Вот. Так что я уже капиталист, маленький капиталист. Я знаю, что даже, что я акционер, акционер закрытого типа, что никто не указывает, и даже коснись, отработала, ушла на пенсию. Мои акции по наследству передают сыновьям. Акции свои я хочу доверить своим детям, чтобы они потом могли ими распоряжаться. Я знаю, что эти акции я могу внучке оставить, мало ли что за этим будет. В таком случае я защищена. Это мое будущее, не только мое, а мое там детей. То есть это останется не только мне, но и моему ребенку. Мне девочка. Я считаю, что это очень хорошо даже. Сейчас в государственных учреждениях что? Тина. Люди бы хотели, но не дают уже ничего. А у нас нет, у нас нет застоя. Мы все вперед двигаемся. Мы живем, и у нас есть перспектива. У нас есть уже... мы же четко вот совершенно знаем, что нас ожидает. Сейчас мы все прекрасно знаем, что мы завтра будем работать. То есть у нас взгляд на будущее. Мы знаем, что мы твердо стоим, что мы завтра придем сюда работать. Немаловажные факторы. Хорошая зарплата, чтобы я мог пойти, допустим, не думать, что у меня голова не болела, там, когда мне бежать там, в саду поливать или еще что-то, чтобы я мог просто пойти и купить себе все, что мне захочется. Наверное, это хорошая жизнь.